Всем огромнейший привет! С вами я, Шамалицея, да, и мы вдруг в племени котов-воителей. Это племя Лип. И я вам скажу, почему оно так называется. Во-первых, мы живем недалеко от Липовой рощи. Она вот неподалеку находится. И еще у нас большой, прям даже огромный, вырезанный из-за грозы и молнии липа. Вот там она находится. Мы там каждый глашатай после смерти предводителя там может стать предводителем. Ну и начнем по племени экскурсию. Итак, давайте начинать. Первое у нас будет предводители глашатай. У нас здесь есть предводитель бледнозвезд и черемуха глашатай наш. Она старая, поэтому ее скоро не станет. Потом идет наш целитель, точнее целительница Белка, и у нее есть ученица Тростинка. А тут вот находятся все травы целебные. Потом идем в палатку старейшин. Ой, немножко сложно мне тут забираться. Я немножко плохо вижу, если что. Такой вот водопойчик. Водопойчик такой вот. Ой. У нас там вот виднеется один из старейшин. Вот это белогрудый. Он наш старейшин. И малина. Она недавно сюда попала. Давайте теперь в детство заглянем. Тут у нас две палатки, малая и большая детская. Тут в большой детской находится лунная буря. Она скоро станет королевой. Буквально 2 дня, и она будет скоро, наверное, королевой. Я не знаю. Но она недавно сюда попала. А тут малая детская. Тут королева Чернуха и Снежинка. Снежинка и ее котенок. И Снежинка скоро станет оруженосцем. Сейчас. Не из-за моего немножко плохого зрения иногда где-то спускаться или подниматься проблематично. Так что не думайте, что я прям такая тупая. Немножко просто реально сложно забираться. Идем теперь в оруженосца. Ой, у нас здесь 3 оруженосца. Здесь у нас находится рыжий спин. Он скоро станет воином. Вот здесь находится пятнышко. Она здесь уже половину сроком. То есть она недавно вот и... И сейчас 26 лун, если что. И енот.
Енот и ее старший брат, Пятушка. Пятушка самая младшая из оруженосцев. Потом идем мы, я через сюда всегда хожу. И воители. Как вы могли заметить, тут не все палатки, точнее все заняты. Сейчас я вам поясню. Я старшая воительница здесь. Здесь находится пестряк. Водянистый. Трава. И перепелка. Каштанохвост. Ой. Ну вот, я показывала. Мне нужно будет потом сойти, блин, на звезду, чтоб я разрешение спросила на... чтоб я могла в лесу взять и мха, и травы с землей. Итак, я тут все сделала. Вот здесь проходим через крапивные кусты. Сейчас как-то закрою тут. Я тут как-то повисла. И идем. Мы идем. Огромной липе, на которую я уже говорила вам. Наш предводитель недавно умер от того, что он съел смерти ягоду и потерял последнюю жизнь. Он и так был старый, и мы решили тут еще липа. Ой, точнее, бледнозвезд был раньше бледным. Ой. Сюда сейчас... сейчас... сезон... зеленых листьев, то есть весна. И у нас тут растет лоза. И еще тут опасно спокойно спускаться. Ну, мы поклоняемся тут племени южных звезд. Мы, конечно, слышали, что какие-то другие племена разные поклоняются то одному клану или племени, которые вот души хороших умерших котов и плохих котов там вот отправляются после смерти. А мы верим вообще в этом. Ой.